Добрый день, слушатели университета «Третий возраст». Сегодня на нашем занятии музыкальная гостиная, и мы проводим концерт. Концерт под названием «Подруги 2». Потому что «Подруги» уже был концерт у нас в первом полугодии нашего учебного года. Вы были свидетелями этого концерта, приглашались лучшие солисты из коллектива, в котором у нас выступали, показали себя с хорошей стороны, и мы начинаем приглашать этих солистов. Это не конкурс, это не фестиваль, это просмотр лучших людей, лучших певцов, значит, из коллектива, в котором у нас выступали. Сегодня должно быть 4 коллектива. Это Ивановский конституционно-методический центр культуры и творчества. Это ансамбль из Богданихи Ивановского района. Это представители, так сказать, ансамбль «Русские узоры» из Центрального дома культуры города Фурманово и представители нашего университета. К сожалению, что сейчас вы звонили мне, сказали, из Богданихи заболела солистка, не смогут приехать, а в университете «Третий возраст» заболел баянист, без которого концерт, так сказать, их выступление не состоится. Но все равно у нас 2 отличных коллектива сегодня будут участвовать в нашем концерте. И мы начинаем. И первым на сцену приглашаются представители народно-вокальной студии «Элегия», руководитель Брянцева Валентина Кирилловна. Они много раз выступали перед нашими слушателями. Начнем наш концерт с песни «Обижаюсь» в исполнении Альбины Дмитриевой. Чудится, три ноги, кто не дня, что это все
придется мне за всех сил надуваться. Спасибо. Песня «Славка Ягода» в том же исполнении. Oh,
на теплоходе в исполнении Альбины Дмитриевны. Я иду тебя встречать.
весна» исполняет Антонина Феклинова. Прошу. Они про себя расскажут сами.
Добрый день, уважаемые слушатели наши добрые. Мы к вам уже приезжали 2 года назад. Вот как ни странно, вот мы представляем народный коллектив «Русские узоры», город Фурманов, да? И хочу сказать то, что сейчас, вот как раз сказали, что у вас там баянист заболел, да? Ведь какая проблема, скажите? А вот знаете, что в наше сейчас такое сложное время очень сложно найти хорошего баяниста, хорошего гармониста. Никто не хочет идти учиться за такую маленькую потом зарплату работать. И вот мы нашего баяниста, нашего компаниатора Евгения Крылова очень бережем. И сегодня мы представляем народный коллектив «Русские узоры». Народному коллективу «Русские узоры» в 2018 году исполнится 40 лет. И мы вот уже, как участники, уже ходим на протяжении многих лет в этот коллектив. Я, в частности, как участница, уже 20 лет хожу в этот коллектив. А сейчас, на данный момент, являюсь руководителем этого народного коллектива. Меня зовут Наталья Курева. Очень приятно. И впоследствии я приглашу на сцену моих солисток народного коллектива «Русские узоры». Поет девчонка! Thank you.
спеть песню из кинофильма «Дело было в Пенькове». Огней так много. Yeah.
Наши участницы уже очень-очень много лет ходят в этот коллектив. И вот представители сегодня, которые стоят перед вами, наша Надежда и наша Нина, они уже ходят очень-очень много лет. Практически, ну, всю мою сознательную жизнь в этом коллективе. Вот я 20 лет хожу и познакомилась уже, пришла когда с ними. То есть они тоже практически уже больше 16-17 лет уже ходят в этот коллектив. И самое главное, что костяк этого коллектива в большинстве такие же, как и вы. Вот сидите, вот смотрите на нас. Вот сейчас мы здесь, а вы тут, на сцене. И большинство вот именно такие же, самые добрые, самые милые, приходят в коллектив и поют. Так что, уважаемые наши слушатели, занимайтесь какими-то интересами, чтобы было интереснее жить, понимаете? Чтобы какой-то в жизни был интерес. Я понимаю, что мы любим своих детей, любим своих внуков, да, любим свою родню такую большую, но иногда хочется любимым делом заниматься. И, пожалуйста, занимайтесь любимым делом. Это продлевает нам жизнь. Ну и, как говорится, как же, без частушек? Без частушек? Ну, никак. Нельзя. А ты играй, нормальная моя! Yeah.
раз вы так жалеете, бережете своего пианиста, поэтому я и благодарность ему выражаю первым. Это уже стало нашей традицией баянисту шиковать. Не зря здесь было сказано, что вы у нас выступали, но давно. Значит, мы вас ловим на слове, и ректорат приглашает вас в марте или в апреле месяце приехать к нам полным ансамблем. А мы вам устроим овации полным университетом. Но, по крайней мере, 500 человек будет в зале. Спасибо, спасибо! А чтобы легче было разговаривать над тем, я прошу вашему руководителю кое-что передать. Ну, а вам конфеты, еще кое-что, вы разберетесь. Спасибо большое за теплый прием. Итак, мы посмотрели концерт «Подруги 2». Ну, если будем живы, то сделаем концерт «Подруги 3» в первом полугодии следующего юбилейного учебного года.